начнется через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дорогие ребята, здравствуйте, родители, гости нашего праздника. Вот и пришел праздничный, долгожданный день прощания с начальной школой. 4 года назад вы пришли в 1 класс. Здесь мы с вами поднимались трудными ступеньками по лестнице знаний. Вы учились читать и считать, учились дружить, учились жить по строгим школьным правилам. Сегодня нам и грустно, и радостно. Грустно, потому что осенью вы пойдете учиться в 5 класс, и у вас будут новые учителя. А у меня будут маленькие новые ученики, мои первоклашки. Ребят, я хочу, чтобы этот день вам запомнился, чтобы он был самым ярким, праздничным днем в нашей жизни, в начальной школе. Ребята, сегодня ваш праздник, сегодня выпускной. Из года в год, из класса в класс ведет неслышно время нас, и час за часом, день за днем, как незаметно мы растем. 4 года мы в пути, куда же дальше нам идти? Все вместе, дружно, в самый раз, пора идти на 5 класс. В 5 класс принимает школа нас. Полюбили мы друг друга, дружба крепкая у нас. Вместе, дружно, в раз, переходим в 5 класс. Последний звонок. 4 года, как миг пролетели. Года и прозвенит звонок в последний раз. Сегодня репетиция, окончен 4 класс. Вставляем на 4А класс. Все мы шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные, любознательные. В общем, просто привлекательные. Все это умные, красивые, лукавые, счастливые. Так говорят о нас другие.